друзья, решили пустить Степочкина наша 9 месяцев, по-моему, скоро. Обратили внимание, что матка ярославская, у нее трехмесячная ягнята, пришла в охоту. Сейчас получается февраль месяц. Сейчас декабрь, середина декабря. И видели, что она пришла в охоту. В соседней клетке стоит матка с баранами. Точнее, матки с бараном. И она бы стояла и проявляла интерес к барану в соседней клетке. И решили мы Степочкину сюда пустить, чтобы он оставил свой след. Мы его думаем продать, потому что 4 барана для нас много. Ну вот он уже 2 садки сделал. Сейчас третий пытается. Ну, видите, да? Тоже успешно, конечно, первый рабочий испытание. Так он когда в соседней клетке с баранами, не такой крупный кажется. А сейчас на фоне матки даже очень достойный, учитывая, что ему еще расти и расти. Ну, считается, что генетику бараны могут передавать и в раннем возрасте, поэтому разовые посадки для его здоровья не влекут, а всю генетику они передают, несмотря на то, что он еще не до конца развитый. Весь потенциал потомство он передаст. Вот, поэтому смотрим, как с малышами он достаточно спокойно. Ну, решили мы его пока посмотрим. Оп, это я только сказал, что спокойно, но видно, надо, конечно, присмотреть, чтобы он не навредил. Может быть, если он не успокоится и будет так агрессию проявлять, то придется его отсадить тогда. Ну, такие как бы рабочие новости с полей. Вот, рассуждая о полиэстричности катумских овец, можно сказать, что она не на всех особей одинаково проявляется. Вот эта ярославская, видите, она у нас одна с ягнятами. Это значит то, что после февральского зимнего окота, февраль-январь они катились, она первая пришла в охоту, точнее не первая, а единственная, успела покрыться ранней весной. И сейчас, видите, вот у нее спустя 3 месяца от окота осеннего, она опять пришла в охоту, в охоту, и, соответственно, если все будет нормально, опять покроется. Вот в этой ситуации от овцы можно получать два окота, точнее, 3 окота за 2 года. В принципе, это такая интенсивность, она возможно, если, ну, при определенном содержании, при рационе, подкормках, потому что, ну, ягнята беспокоятся, для них это, хоть их баран не обижает, но они видят, что что-то поменялось, и беспокоятся. Хотя матка с ними рядом, они так вот себя ведут. Вот, ну, и три окота это интенсивные, такое разведение, ну и требует определенных корректив. Кормление, подкормок. Вот у ягнят там лизунец минеральный постоянно, с полный рационный, ну как по микроэлементам, макроэлементам. Вот лизунец в этом железном Александре постоянно мы даем. Овощи, нарезки, зерно, концентраты. Ну и матка достаточно упитанная, хорошо себя чувствует, выкармливает ягнят полноценно. Поэтому вот от нее можно получать такое количество окот. А многие матки, основная даже масса, они приходят в охоту
раз в год. Раз в год. И от них при всем желании. Ну, там, может быть, есть тоже. Как у Таисия Олеговна говорит. Там нужно гемобаланс колоть. Ну, такие уже фарма воздействовать. Чтобы у них охота была более ярко выражена у овец, и они баранах чувствовали, делал садки. А так она проходит вяло, если вообще проходит. Ну, скорее всего, проходит, но достаточно вяло, и баран не садится и не покрывает их. Ну, такие рассуждения на эту тему. Всем пока.